Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Сегодня шестой день, как отключили монетизацию блогеров, как забрали наш заработок, шестой день. Сегодня обед, рыбная паэлья по-итальянски, с рыбой, кажется, тунец, да? Да, вроде, или хек. Да, тунец или хек, кальмары, мидии и еще... Креветки, вот. Это похоже как на плов, ребятки. Вот, это похоже на плов. Вот мне вот эта штука нравится. А что такое, я не знаю. Это, наверное, кальмар, да? Угу. Или морской гребешок. Кстати, морской гребешок, я отдельно не знаю, что такое. Я его не кустирую. Вот это он и есть. Кругленький, беленький. Так, вот эта вот креветка, я ее съем. Там такая штука. Вот он, гребешок. Да, а там-то не такая штука была. Там-то была вообще другая. Ну так, ребятки. Это шестой день, ребятки. А на улице все так же светло, все так же тепло. Вот это что за блюдо? Рагу овощную. Овощную рагу с картошкой, кстати. Угу. Потому что обычно овощную рагу там картошка не ложится, а это с картошкой. Давай в следующий раз возьмем ингредиенты. Угу. Я приготовлю изысканное блюдо. Какое? А вот секрет. И ты будешь отгадывать, что там. Да. Смешно это будет, потому что ингредиенты вместе возьмем, чтобы узнать все, что там. Блин, это не прикольно. Если я в магазин схожу, выберу ингредиенты, тогда другой да. А видишь, первое, это я хочу готовить что-то. Только никак тогда суп из тушенки с дошираком. В смысле, ну ты еще не ела? Нет. Вот. А вот это попробуй что? Вот это? Угу. Так сказать, это гребешок. А вот это вот я не знаю, попробуй. Курица, наверное, да? Да. А тут курица не должна быть, потому что это рыбная. Есть там курица в составе. Нет? Угу. Многие сейчас скажут, надо есть хлебом, но не идет с хлебом, видишь, кто в армии был, или кто, ну, батя говорит, знаешь, с хлебом едят, это кто в армии, потому что там надо наесть, надо силу, вот это туда-сюда, и кто не только в армии был. Кальмарчик, где его еще надо, кальмарчик? Кстати, дофига много всего. Представь, батя даже с хлебом, я помню, драники ел. Да? Про мой смех. А знаешь, вообще как едят в других странах. И вот едят в других странах помаленьку, маленькой ложкой. Чтобы не наесться, знаешь, такой прикол? Чтобы небольшая порция была, едят маленько, чтобы всегда было чувство голода, знаешь? Угу. Вот почему есть такие страны, где там, представь, вообще много встроенных людей. Ну да. Потому что, во-первых, они едят помаленьку, и всегда у них чувство голода, представь? Потому что когда чувство голода, ты не полнеешь. Да, это как у меня. Милая. Что? Не, я потом... Ну это да, до видео хотел сказать, но не без видео. А ты никогда в жизни не хотела попробовать экстремальный спорт? Ну, экстремальный спорт. Я вот сейчас и спрашиваю, например, с профессионалом. Нет. Ну, я имею в виду про прыжок с парашюта.
Никогда не хотела? Нет. А если у тебя бы инструктор бы держал? Нет. Да я бы тоже не согласился с этим. Ну, просто говорят, чтобы перестать бояться высоты, надо прыгнуть с парашютом. Я лучше буду продолжать бояться высоты. Мне это как-то не особо мешает. Во-первых, тебя будет держать инструктор полностью, привязан будет к тебе. Давай, не смешно, не инструктор будет к тебе ремнем привязан. Вот этим. Представь. И все равно не согласилась? Нет. Вот так вот. Мука есть? А, мука-то. Как раз. Вот так, ребята. Шестой день паэлья по-итальянски, рыбная паэлья по-итальянски. Да, отлично, я же люблю плов, а это как плов. Ну сколько? Да вот одно. Ну 10, 9. Потому что здесь реально, здесь много всего оказалось. Не так мало, как я думал. Ну да, креветок мало, вот зато вот этого много что-то. Угу. Ну так, ребята. Всем пока. Thank you.